начнем с того, что человек, он процентов на 90 состоит из жидкости, так что это одно из поведений жидкости в невесомости, это поведение нашего экипажа, это раз. Во-вторых, я хочу сказать, что вы готовьтесь к неожиданностям, потому что многие вещи, которые вы представляете, как бы они были в невесомости, они проявляются не так, как вы их представляете, как мы думаем, что они будут себя проявлять. Александр Серебров выдавливает из шприца, постепенно растет и принимает форму сферы. Сила поверхностного натяжения стягивает жидкость в шар. Чтобы вам объяснить природу смачивания, для этого воспользуюсь совершенно не жидким, а сыпучим предметом. Вот физико-технический институт, Московский, прислал сюда песочные часы. Вот они висят. Я толкаю вот. Одинаковые усилия. Кристалл, два кристалла, кристаллы, может быть, разное пение. Если скорость меньше, то там все равно упадет на землю. При увеличении скорости... Географию в наше время можно изучать только лишь, если это делать хорошо, грамотно и полно, только лишь включая в курс обязательно вот такие космические фрагменты. Рост СО за это время, он вот пошел вот немножечко вот так. Он вырос, это вот СО. Это, кстати, тревожно, поскольку СО – это самый неоправ, поскольку это парниковый эффект. По-моему, сейчас мы находимся на пороге вот этих 0,05%. Где-то вот-вот уже, может быть, в отдельных местах он превосходит точно. Потому что вот это вот, меряют в разных частях. Мы первые с Марса передали за картинку. Она держалась 15 там, или 25 секунд, по-моему. Потому что там, наверное, какой-нибудь... тяжелые частицы грохнуло, и электроника вышла из строя. Разрушена. Американцы более устойчивы. Я пришел в Институт физико-технической информатики по приглашению его руководства. Поскольку Институт физико-технической информатики – это производная от Московского физико-технического института. А то, что связано с физтехом, для меня очень дорого, и я ему очень многим обязан. Тем более, что... вот уже не первая конференция, в которой я принимаю участие, она с каждым годом становится все динамичней, все шире, глубже. И мне очень интересно. Во-первых, это единственная команда, которая сейчас работает с такими учебно-образовательными программами, как вот мои, скажем, уроки из космоса по космической тематике. А кто, как не я, должен быть здесь, значит, на этой конференции в качестве действующего пока что еще в разуме бывшего космонавта, скажем так. Вот. Мне очень нравится, что в этой конференции принимает все больше и больше народу из разных, не только из физико-технического института, но и из разных институтов, в том числе не обязательно физико-технических. И география ширится, и увеличивается количество работ, которые имеют прикладной характер. Для меня, как экспериментатора, это очень важно и очень ценно. Вот все это меня и удерживает, и притягивает в этой конференции и в руководстве. И вот именно это вот динамизм, причем эффективность организации конференции именно вот здесь, вот на Кипре, где ни бытовуха не отвлекает людей, где они могут встретиться с людьми разных поколений, разных специальностей, меня и привлекает. Поэтому я вот и сотрудничаю, и буду впредь сотрудничать с огромным удовольствием с ИФТИ, Институтом физико-технической информатики.